Почти треть выпускников, сдававших зимние ЕНТ, вновь завалили экзамен. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил директор Центра национального тестирования Рамазан Алимкулов. По его информации, повторно в январе проходили экзамен почти 35 тысяч выпускников, и 10 тысяч из них не преодолели пороговый уровень. Напомню, по новым правилам теперь тест можно сдавать 4 раза в год. При этом и профильный предмет выбирать всегда разный. Однако этим абитуриентам уже не будет никаких льгот при поступлении. И учиться придется на платной основе. Кстати, за повторный экзамен также придется заплатить чуть выше 2000 тенге. Тем не менее, все больше выпускников пользуются вторым шансом стать студентами вузов. Этой весной, к примеру, ожидается, что тест пройдут еще 80 тысяч молодых казахстанцев. Ученики очень довольны, они так и говорят, что для нас это как бы тренировочный ЕНТ. Уже психоэмоционально они уже готовы. Для них это очень хорошая возможность себя подготовить, себя перепроверить и воспользоваться теми преимуществами, которые предоставляет государство.